Независимые гости из Шотландии, Эстонии и России вместе с представителями бригады посетили Кировск, увидев своими глазами масштабы разрушений и пообщавшись с местным населением. Два парня погибли, у Лесковой наши. Мы говорим, это цивилен человек. Гражданские, они вышли, слышали взрывы, думали, что сестры в дом попала мина. Выходят туда, их женщина влетает, их два брата, один близнец, два брата родных, и парень еще один жив остался, слава богу, наш. Два гражданца были убиты. Да. Тоже покажем, если хотите, на витошке там. Да. А мы чему-то нет, пожалуйста, покажем. Все покажем. Вот, пожалуйста, вон от минный след, вот, пожалуйста, пятиэтажка, там мирные люди жили, там никаких военных нет. Это вообще раньше давали центрокутовским рабочим. Этим людям удается увидеть страшное документальное кино войны вживую ни в одной стране. Миссия ОБСЕ – неотъемлемый участник всех вооруженных конфликтов, которыми, к сожалению, все богаче наша планета. Но в Алчевске представители ОБСЕ увидели то, чего не видели во всей области, охваченной гражданской войной. В эти страшные дни военное подразделение, расположившееся в городе, взяло на себя не только защиту населения, но и заботу о его питании. Своеобразное ноу-хау Алексея Мозгового, гуманитарный батальон, объединило неравнодушных людей стремлением накормить стариков, которые были лишены пенсий, ради чего в Алчевске были организованы 4 бесплатных столовых, а в близлежащих населенных пунктах еще несколько. Ресурс, который мне дают там предприниматели, то есть какие-то продукты, скажем так, его не хватит, чтобы раздать всем. Поэтому как бы мы задались и... Давайте варить кастрюльку там для тех, кто кому нужно. Так и появилась первая сова. Помимо питания взрослого населения, с началом учебного года гуманитарный батальон бригады «Призрак» организовал систему сбора и подвоза продуктов в школьные столовые и в детские садики Алчевска. Благодаря этому в общей сложности сегодня в Алчевске бесплатно питаются 4500 детей, что не может не вызывать положительные отзывы у представителей гуманитарной миссии, осознающих, что смерти от пуль и снарядов далеко не самое страшное, что может ждать охваченную войной и финансовой блокадой территорию Донбасса. А с вашей стороны было бы неплохо задать вопрос товарищу Порошенко, с каких побуждений он устроил геноцид для мирного населения. С каких таких побуждений господин Порошенко не выплачивает пособие, не выплачивает пенсии тем, кто их заработал до войны, тем, кому они положены были до войны. И вы думаете, что убивают людей только одними выстрелами, что ли? Люди сейчас где-то уже начали, где-то еще только начнут умирать, как мухи от недоедания, от недолечения. Мы являемся офицерами безопасности. И нам сейчас важно, чтобы убедились, что условия работы, приезжания и так работы нашей команды здесь, на территории Алчевска, тоже будут, как и везде, в других краях Луганской Народной Республики. Не забудьте оставаться честными. Да, это главное. Это наше оружие. Когда говорим для нашей безопасности, это наше оружие. Наша честность и беспристрастность является одно наше оружие. А другое хорошие связи и правдивые отношения. Конечно, находясь при исполнении, представители не могут озвучивать свое мнение и давать личностную оценку. Но сравнивая ситуации, гости делились тем, что в их городах на 100 тысяч населения на улицах только 2-3 человека, просящих милостыню. И способность людей в такой критической обстановке, в какую сегодня попал народ Юго-Востока, самоорганизоваться, не дожидаясь милости от государственных органов, не может не трогать сердце, которому по должностной инструкции положено оставаться бесстрастным. Потому что будущее целой планеты, народы которой связаны между собой, зависит прежде всего от нашей способности оставаться людьми.